Ну что ж, дорогие друзья, начинаем, продолжаем наш тренинг по мануальному терапии и мануальному массажу. Сегодня мы проходили как раз мануальный массаж спины, да, и если помните, основные правила, которые туда включаются, что мы делим на зоны, то есть у нас получается вот одна зона, да, лопаточная, так скажем, где сердце находится, вторая зона поясничная, ягодичная зона, ну там дальше ноги пошли, шейно-воротниковая зона. По очередности у них получается, работаем мы как? Разгоняем кровь, помните, да, возле сердца. То есть это получается первое. Как бы сердце соводим, чтобы работало, качало, да? Да, чтобы оно качало дальше, помогало нам больше прокачивать крови. Вторая зона получается вот эта. Это третья для обработки, это четвертая. Но все движения делаем все равно от конечности вверх. И, соответственно, оттуда это вторая. Ну, зона головы. Это вот давайте три напишем. Третья. Вот, сейчас не буду рисовать. Ну, вспомнили, да? Так, все вот эти моменты растирания, разминания, согревающие, да, мы сейчас не будем показывать, а перейдем сразу к вибрациям. То есть в момент растирания, когда мы включили локтевую технику сразу, да, мы уже организм человека, эти красным, наверное, буду рисовать, уже его растрясали вот так. Ну, начинаем с левой стороны, да, поэтому я буду последовательно, зеркально повторяем с другой стороны, да, я буду последовательно рисовать сначала на половинке, потом на другой, на левой половинке, на правой, а последовательность будет по очереди, да, чтобы вы понимали. Потом включали вибрацию от крестца, вот такую, да, такой тремор, я вот нарисую вот так я. И заходили до трапециевидной мышцы. Обязательно в каждом случае мы ее тоже затрагиваем. Потом у нас было качание вот такое, да? Да. В тело человека. Ударное немного. Да, рисую. Вот так. Раз, два. Да, так вот ударно. Три, четыре, пять. Вот туда, в него. Вектор давления у нас был под 45 градусов. Туда, в стол, вперед. Вперед и в стол. Следующее у нас было похоже на выжимку, да, только с диагностикой подушечка пальца, да, и подбивали мы позвонки. Да, правильно говоришь. То есть это была прям вот ударная такая техника, вот прямо сюда, вот хвостистые отростки. Как бы освобождали их, да? От зажима мышечного, да? Да, освобождали от зажима и пытались их выстроить в одну линию. То есть, если представить, что пальцы это осистые отростки, да, они должны быть не вот как-то вот так вот, а поровнее расположены быть. Так, после вибрации мы переходили к чему? К выжимке, к выжимке и растиранию. То есть стежки делали, да, вот такие вот вдоль. А у нас не сначала стежки были. Сначала были растирания, да. Четыре раза, там, четыре стежка, три стежка, два стежка, один стежок общий. Да, ты все правильно говоришь. Это было с самого начала. Нам разогреть надо было, правильно? Разогрев. Вибрация прошла, потом еще одна вибрация, и потом уже мы начали позвонки вправлять. Так, и потом мы перешли, вот после вот этих вот жестких техник, да, к лопаточной зоне. Да. Помните, да? То есть мы ее конкретно поднимали. Применяя, так, что-то пересует,
точки приложения усилий вот здесь и вот здесь. Раз, два и три плечо еще. Встряхивали ее вот так вот, да? Тут надо еще, наверное, также разгревали ее. Да, лопатку еще саму нарисовать. Растирали, разогревали ее и уходили вот таким большим движением вниз. По волокнам, да? Да, по волокнам. С ягодицей вместе взятой. После этого мы растирали ягодицу, да? Отдельно. А не лодочка, субстанция, помните? Не-не-не, лодочки это потом. Потом уже? Да. Сначала еще потом момент растирания, при этом он тоже раскачивается, тело. Тело, говорим, всегда раскачиваем тело. Да-да-да, всегда раскачиваем тело. У нас в протяжении всего сеанса раскачка такая идет. Мы ловцами по спирали делали же еще. По спирали, вот сейчас я к этому иду, да. Но чтобы сделать локти по спирали, мы вокруг ягодицы, вот локти остановился тут, да? Мы локтем ее по часовой стрелке ягодицу продавливали. Помните? Большой круг, да, маленький круг. Да, мощное круги. Продавливание, да? Вот, да, правильно. Посердитое. Вот раз, круг, два, потом три, уже... четыре. С концентрацией вот на вот этой косточке. Потом... Давайте я ее зеленым цветом потом покажу. Пошло, когда мы локтем уже проработали, потом уже вспоминаете? Да. Вот, после этого... Мы уже ставили локтем и пробивали ее. Ну, давайте, тут просто уже нарисовано так, уже грязно получилось. То есть вот раз, круг, два, три, четыре. Да. Вот, потом пробивали локтем в подвздошную кость, да? Такого мощного, ничего. Мощно, да. И по спирали уходили вверх локтем. Да. Вот. Да. Но движение было вот такое, чтобы мы вдоль позвоночника шли. По часовой. Да, а по часовой получается. Против часовой, да? Да. Справа получается. Как бы мышцы убирали от позвоночника, да? Да. Так приподнимали. И для декомпрессии, и для, для убирания мышц, да, от позвоночника. При этом у нас были еще вот такие давления, когда мы доходили до грудного отдела, с качанием головы, такие достаточно сильные. Да. Это проблемное место, там возле лопатки, да? Это вот, да, вот я нарисую такими уголками. Вот, пробили буквально вот там раз, два, три, четыре точки, да? Это уже это было... вибристое сочленение, правильно? Да. То есть как бы мы остистые отростки в этот момент уже не трогаем, правильно? Правильно. Это идет вот эта вот линия соединения ребер с позвоночником в нее. Да. Вспоминаете? После этого мы уходили назад рукой и делали лодочки. На локте мы еще тазовую область вниз спускали. Да, подожди. Мы локтем, да, вот спускали вот это вот движение. Раз линия была, да? Вторая линия, третья и четвертая. А другой навстречу шли. Вибрация вот делали. Такая вот вибрация была, да. Навстречу ей. Параллельно руками обоими. То есть еще одна вибрация. Получается. Вот давайте напишем. У нас здесь были в первом сете что? Растирание. Растирание ямы в нашем числе. Вибрации. Вот эти 4-5 видов мы насчитывали, да? Но они, как видите, они все равно продолжаться будут, эти разные виды вибраций. И дальше. И вот эти вот покачивания, да, змееобразные, когда все тело у нас ходило как змея, вот так вот, да? Оно так и будет в течение всего сеанса ходить, да? Ну, да, пусть ходит.
Даже когда мы лопатку обрабатывали, помните, я вам говорил, все равно второй локоть так чуть-чуть ее покачивает. Почему бы нет, пусть ходят. Я во время массажа тоже качаю, отдыхаю. Сам так. Ну да-да-да. Ну прям, второе дыхание, тут же пошел. Я вообще прям... Качивание изменилось, я вот написал вам, да? Так, здесь у нас получается обратная вибрация и так, концентрические круги. Ну, локти он мощный, да, и нравится. Когда я лежал, меня еще сбоку толкали. Это в другую сторону. Я что-то вот это сейчас вспомнил. Обратная вибрация. В районе области таза меня держали, а грудную клетку... Да, было дело. Как ты говоришь? Я когда лежал на столе, вы таз, область таза придерживали, поясницы, да? А другой как бы вот так вот получилось. Навстречу шли. Да. И у меня... Кулаком. Кулаком. Не кулаком, а ладонью, я не знаю. Кулаком. Это в конце было. Придержали? Нет, это, наверное, что-то не то вспомнили. Как бы как упираясь, а кулаком мы, опять же, ягодичное отдело откидывается. А, ягодичное отдело? Да. Ну, ягодичное отдело, да, это... Он меня... Вот, я просто хотел здесь только на позвоночник воздействие сделать. Как бы, получается, я лежу вот так вот. Не то, что в конце мы делали. А вот предпоследний момент. Вот этот вертел сам, вокруг него еще обрабатывали. Нет, вот он говорит правильно про ягодицу сейчас мы. Мы когда сюда дошли, ягодицу обрабатывали. Но я просто не хотел отдельно про ягодицу показывать, именно про позвоночник. Ну давайте, да, это получается у нас был, сейчас я напишу, обратная вибрация, да, простукивание вот этого подвздошной кости. Локтевое простукивание, да? Да. Локтем же бьет практически. А как так оно тебе запомнится лучше, правильно? И когда работали с ягодицей, получается, упор был вот в кости противоположной стороны, да? Да. А с этой стороны мы вибрационно вот так вот все эти вот мышцы уводили вверх. И потом, вот ты про что говоришь, когда пальцами мы зажимали остистые отростки позвоночника, да, вот мы их очень сильно раскачивали. Это получается вот такое вот качание. Да? Да. Так. Запишем как качание позвоночника. И это получается, все движения идут сверху вниз. Получается, тут это все декомпрессия. Потом, когда мы ушли вверх, лопатку я показал, что мы проработали, да? Переходим на локтевую технику. Растянули сначала вот так вот, да? Потом большими движениями. То есть уже целиком захватывая. И дальше еще было у нас растирание вот это вот давайте еще раз покажу. То есть прием рубанок. Во-первых, мы продольно это все делали, да, в ягодицу вот так вот упирались. Во-вторых, такими большими движениями, захватывая огромные массивные массы мышц, мы отодвигали ягодицу, получается, потом квадратные мышцы спины, потом широчайшие мышцы спины, и потом лопатку отдельно вот в ту сторону, большими массивными движениями. После этого перешли, вот уже сет номер 3 получается, к раскачиванию вот такому, да? И растиранию. То есть, грубо говоря. Это вот эти лодочки, да? Да.
И тут начались у нас лодочки. То есть мы таким образом спустились. Регата началась, да? Спустились вниз. Вот, ставим лодочки. Это тоже элемент декомпрессии, насколько вы понимаете, да? Воздействие на реберно-позвоночную дугу. То есть вот опять на вот эту. И потом пошла регата, стали запускать. Первая там пошла, вторая пошла. Сатушки на локти. Третья пошла. Да, и даже вот с шеи, когда мы голову тоже отбегали. Вот, давайте запишем. Это получается прием лодочки. Регата. Яхта беда, да? Фокс. Нет, мистер Фокс, да, кто? Слышь, нет, такие помощники были. Фокс, потом Лимиты. Лом. Лом и Фокс, да, да, да. Растирание локтями. Вот, и мы еще забыли указать, когда мы шлюз открывали. Пускали воду. После этого, по-моему, шлюз открывали, нет? Замочек. Ну, очередность вообще нужна до этого, да, но можно и после, да, когда открывали замки. Ну, да, это можно здесь вставить. Кстати, тут, то есть разницы, что, да? Что мы делали, да, вот открывали левой рукой, правой рукой, левой, правой, левой, правой, левой, правой. Открывали замки, а потом одна рука открывала замок, вторая запускала. Да? Да. Спускала такой вот длинным такой, вот, таким длинным движением. Широчайшие мышцы, да? Да. Ну, все, не только широчайшие. А вот от такого массажа уставать не будут, если вот им прорабашивают, они же потом такие уходят. Как будто они, да, не вагон разгружили. Они, наоборот. Да, не-не-не, да, наоборот, встряхнуться. Да, такие, нет, просто они реально хорошо, вот, кайф ловит после такого массажа. Так, это надо записать, значит, что у нас? Ключи и шлюзы, да? И, ну, назовем сет номер 4, переходили к вот этому растяжению, да? То есть сначала у нас получается, здесь мы сделали яхты 4 раза, да, вдоль, ну, разделили условно на 4 сегмента. Потом на 3 сегмента, на 2, на 1. И потом один сегмент, когда мы уперлись локтем вот так вот, да, получается, в гребень подвздошной кости. Ну, частично. Вот он здесь вот сделал. Крестец, да? Да, частично на крестец. Второй рукой провибрировали вот так вот, да, вернулись назад и растянули мощно. Локтем. И далее, когда растянули, еще дополнительно у нас были еще удары, да, локтем туда. То есть еще дополнительно вот в этот гребень. Реберную дугу, вот это, да, вот мы еще дополнительно там проминали. Или если есть какие-то точки акупунктурные, триггерные зоны, да, вот тоже дополнительно можно в этот момент промять, продавить. Так, это вот техника называется бульдозер, вот так вот раздвигание, да. Декомпрессионное раскачивание.
Так, вспоминайте, и что мы чем дальше заканчивали? Ну, мы переходили дальше к работе с лопаткой. С лопаткой. По сути, поднимали лопатку, да, давили на нее. Да, да, точно, точно. Хрустело там. Да. Лопатка у нас вот тут уже была отдельно изображена, да? То есть после вот этой темы мы возвращаемся к лопатке опять, да? Да, возвращались к. Ну, не то, что возвращались, а как бы доделали. И, ну, здесь мы просто ее растерли, вот, да, момент, по сути, по сути. А там мы конкретно уже мануальную технику делали. Мы поднимали и давили. То есть у нас был просто мануальный массаж, а потом мы перешли к мануальной технике, правильно? Да, да, да. Это забегая вперед, мы просто сделали из другого дня технику. Получается, локтем продавливали конкретные зоны под лопаткой. Вот несколько точек, поднимая локоть, отводя назад. Mm-hmm. Да? Уставил, супер вообще, да. Зачетный такой. Горит себе. И потом с лопаток мы уже в течение всего этого массажа мы пациент трапецию поднимали. Да, да, да. А там практически постоянно мы ее дергали. Да, во-первых, на лопатках мы ее дергали. С лопатки, мне кажется, мы перешли на себя шею. Тянули. Да, потом перешли на шею и шейно-воротниковую зону. Это вот мы отдельно еще будем рассматривать. Я вам нарисую следующую схему. Пока, если хотите, можете это сфотографировать. Да, ну, в принципе, я вот там в распечатках дал. То же самое, да? Ну, почти то же самое, только здесь у нас получилось 4 сета, а тут 3 сета. Немножко скомпоновано по-другому. Но, в принципе, обозначения все те же самые. Так. И по лопатке, если помните, там еще было... Мы на ней тоже вибрацию делали, вот такую, да? Как на ягодицах, вот эту я показывал, да? Угу. То есть тут вдоль, получается, идет... Ну, давай сюда. Вот вертел бедренный. Бедренная косточка идет, да? И вот от нее идут лучеобразно вот так вот. В эту сторону мышцы. А трапеция, получается, она идет от шеи. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот где-то вот от какого-то 10-го примерно позвонка аж начинается. Грудного. То есть мы вот эту вибрацию продвигали вот туда еще, да? Да, да, да. И кулаком там. Растирание такое было. Да, кулаком. И вибрация напишу. Постоянно растирание, постоянно раскачки, постоянно. Да, 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 да. Тут сложность в том, что мы постоянно очень много техник интегрировано друг к другу. Где мы постоянно растирание, где удобно, да, делаем и заменяем на те техники, которые пригодны для конкретного индивидуума, лежащего на столе. Кому-то надо пожестче, там в основном только локтями работаешь, да. Кому-то там больше, ну, просто размять мышцы, размягчить, да. То больше такие плавные движения, широкие какие-то, растирающие, с большими группами мышц работают. Медленные, да? Да, у кого-то прям проблема там в крестце, то вот я тут точки не рисовал, да, то мы там точки прожимали, помните? И вот эти вот мышцы маленькие. И квадратные мышцы мы прожимали, там, помните? Да-да-да, тут, к сожалению, вот эта схема, она все не отражает. Вот мы сюда вот упирались, помните, вот в это место, мы, да? Мы конкретно вот это внимание уберили. И еще вот тут вот, да, вот тут вот еще дополнительно прорабатывали эти вот мышцы. И ставили вот веером кулачок, продавливали... Уже сам крестец или да, точки. Да, это уже были точки. Да. Вот эта точка, где начинается копчик, да? Это точка. Потом вот раз, мужская. Два, три, четыре. Да, 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 мужская. Потом еще вот мы вокруг гребня. Гребень, вот если посмотрите на эту схему, гребень подошвы кости, он, как вы видите, выпирает над крестцом. Я постоянно прям продавливаю. На самом деле, да. Ладошки, правда. Ладошкой? Ну, я прям вот так, двумя, как бы, давно. А, ну это ты вот сюда имеешь в виду? Да, я как говорю про вот эту вот точку, где да. Там шарики, как бы, соли накапливаются, вот эти вот жировички такие маленькие, да, их вот надо прям надо жестко проминать. Вот, ну давайте к этому сету это запишем. Это получается гребень подвздошной кости, да? Осторожно. Чуть не дырнул.
Примем позначку шты и точки. Вот, шейно-воротниковую зону мы рассматриваем как иногда отдельно самостоятельно массаж. И поэтому, если массаж спины, вот можно на этом закончить, да, в принципе. И только вот возвратной технике, когда мы до конца вот довели, да, вот я там говорил, траву посадили, да, пашню взбили. Ножички посыпали. Да, и единственное, что вот мы там делали мануально, это когда я в приседе упирался и разворачивал корпус тела, вот так вот. Помните? Да, то есть, как бы, ягодицы на себя, корпус противоположный. Да, тут, получается, был упор с этой стороны, ну, не совсем в ягодицу, не в мягкие ткани, а в кость, либо в гребень. Жесткий. Вот как раз я ее не попробовал. Вот сейчас мы это попробуем. А ее никто не попробовал. А реберную часть в обратную сторону. Получалась вот такая скрутка мягкая. Вот, так что давайте фотографируйте, попробуем то, что не попробовали, не доделали, да? Главное, чтобы, ну, вы поняли, все эти названия, конечно, это просто визуально, чтобы вы представляли, чтобы легче можно было как бы в сознании своем вспомнить. Продолжаем.